Просьба услышана. В ходе приема граждан депутаты Государственной Думы к народному избраннику обратились жители административного округа Альтиевске. По их словам, отсутствие возможности организации досуга местной молодежи во многом следствие нехватки инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта. С целью ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить планы по решению вопроса, представители регионального отделения «Единой России» выехали на место. На встречу с народными избранниками инициативной группой местных жителей Рахим пришел одним из первых. Здесь идет обсуждение планов по обустройству площадки под футбольное поле. На инспекцию депутаты выехали по итогам приема граждан, проведенного депутатом Государственной Думы Юша Газгиреевым. К нам поступило обращение от жителей Альтиева, в лице от жителей обратился к нам Халугай Хаваш. Он попросил, как вы видите, обустроить данное футбольное поле. По этому обращению мы выехали, взяли с нами и администрация присутствует данного округа. Выехали и решили включить, как вы знаете, у партии «Единая Россия» много партийных проектов. Один из проектов называется «Городская среда». Вот по просьбе жителей мы хотим, включим данное поле в этот проект. И данное поле, я думаю, будет обустроено и как футбольное, если позволит проект, даже делаем, чтобы и здесь и в волейбол играли. Эта территория – излюбленное место местных мальчишек, которые, свободные от занятий время, здесь играют в футбол. Мне 10 лет. Я обычно с ребятами здесь играю в футбол. И нам было сложно, потому что поле в плохом состоянии. Мы бы очень хотели, чтобы его улучшили. Будем надеяться, что скоро будет изменение. По рассказам местных жителей, то, что их обращение было принято во внимание. К ним в гости наведались представители «Единой России» – значимое событие для всего муниципалитета. Они же со своей стороны обещают беречь сделанное. Да, я здесь вырос. Я вырос, и старшие меня, которые были, тоже выросли сейчас. Тоже играли здесь, футбол играли, рыбу ловили, купались в этой речке. Вот сейчас нам обещают сделать более современное поле, обещают нам. И дай Аллах, чтобы все было нормально. Мы надеялись, что вот это сделали. Надеемся, что будут еще лучше улучшить вот это состояние наше. Даже по экологии тут тоже песчаное. Тут дети летом играют, видно, сразу пыль поднимается. Тоже на здоровье отражается. В скором времени здесь появится современная площадка, где и дети, и взрослые смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе. Жители других населенных пунктов также могут обратиться за помощью к единороссам. Благо, соответствующие программы для ее оказания имеются и успешно реализуются. Мухаммад Гиреев, Ахмед Исмурзиев, Заур Евлоев, Наиб Цичаев, Вести, Ингушетия.